Так, всем привет, с вами я, Алеш Буланов, и опять же, это будет второе бонусное видео Angry Birds Transformers. Что я вам хочу сказать. Так, это можно убрать. В общем-то, в игре произошло обновление. В общем-то, я только накопил плазму, и она сразу же обновилась, и... Ну вот, как вы можете видеть, я уже слишком далеко прошелся и открыл даже вот этого. Это же всего-то 775 свиней. Но вообще это какие-то странные свиньи, на самом деле. Это какие-то черные летучие мыши. Я вообще такую мерзопакость видеть не хочу. Так, ну, в общем-то, вот такое вот было обновление. Также, если я не ошибаюсь, нет, не добавили новых ресурсов. Это просто было чуть-чуть, ох, ни хрена себе ресурсов. Но нет. Не нужно. Ну, хотя да, хотя давайте. Вот эти все ресурсики положим. И два кристаллика. Здорово, здорово. В итоге у меня их уже 17 кристаллов. Скоро я накоплю 20. Вообще я как бы кристаллы тратить не буду. Ну там наберу 50, тогда уже разберусь, что делать. Открыть новый уровень сложности. Третий. А как дальше-то? Нет, ну вот этих вот говнюков я видеть не хочу вообще. Это какие-то просто бешеные свиньи. Ну, не знаю, ну давайте что ли за этого сыграем. Так. А, я понял, что это за патроны были у той хри... Вот так у той фигни. Ну, я подумал, что изначально она будет стрелять, как у лава-трона. А сейчас нет. Так, свиненка. Убили. Сейчас мы убьем вот эту вот конструкцию со свином. Вот так вот. Получайте, свинята. Так, класс, мы взорвем. Ну, реально, там Деккер, он такой прям брутальный очень. Как-то. Хотя брутальность слишком большая не бывает. Хотя, может, и бывает. Кто знает. Так. Так, обязательно разбиваем блоки. Вот. Все, вот. Вот этот объект золотой. И... Да прекратите вы в меня стрелять-то! Как же вас много-то! Не, ну когда-то мне свиньи реально помогали. А сейчас не помогают. Хотя они хорошие, подпигись. У подпигись птиц нет. Так что... Это ладно. Опа! Ракеты! Слушайте, ракеты! Вошли! Стреляй быстрее! А почему ракета не отключилась? Так, не до тебя сейчас! Так. Едем! Mm-hmm.
Ух ты, какой красный. Что это у него за хрень такая на башке? Так. Да, понятно, все понятно. Так сколько? О, у меня 21 тысяча. Как раз смогу открыть. Открыть сундучок могу. Открываем. И нам дают необычный. Плюс 6 шестеренок. Это круто. Вот, так что... Ладно. Ладно, давайте мы все вот эти шестеренки положим сюда. И нам выпадают монетки. Причем 2000. Кстати, можно же было сейчас кристалл потратить. Я как раз 7 лишних. Ну, там до 20-ки дойду, наверное. Так. Покрыть никого не можешь. Не могу я. Стопэ. Но здесь же вид тени был другой. Тандекера. Что? О, теперь вот этот Рэдшот, он на первой, в общем-то. На первой тени первого... На первой тени второй страницы, в общем-то. Да, в Трансформерс есть, конечно, много всего. Давайте даже еще одно событие пройдем. Но так как это бонусное видео, так что, в принципе, я тут сейчас соберу монеты. Ну, и мы с вами попрощаемся. Вот такое вот видео, вот такое вот бонусное видео получилось. Если оно вам понравилось, то можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем желаю удачи, до скорых встреч и пока-пока-пока. И желаю счастливого Нового года, потому что Новый год очень скоро.